Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого грантового конкурса. В число победителей вошли 8 проектов из Пензенской области. Среди них уникальный спектакль-концерт «Про чувства». Это не театральная постановка в привычном виде. На сцене всего 2 актера, и их игра сопровождается музыкальными, танцевальными и цирковыми выступлениями. Идея принадлежит Владимиру Генералову. Несколько показов уже состоялись. В свой день рождения автор проекта рассказал историю его создания. Допустим, первый спектакль, да, мужчина и женщина, о выпускниках 41-го года, не с позиции, да, патриотизм, это ура патриотизм у нас. У нас он такой, бытового уровня, совершенно бытового. Вопрос встает в том, что вот выпускники 2020 года и выпускники 41-го года, 18-летние люди, они одинаковые, что тогда, что сейчас. Способны ли наше поколение, да, на подвиг такой, который совершали в 41-м году? Такие отзывы были очень для меня лестные и для всех, кто участвовал в спектакле. То, что действительно происходит трансформация какая-то. Люди плакали, да. Люди подходили и говорили, что вот что нужно показывать 9 мая на праздниках. Основное преимущество спектакля в том, что его легко можно трансформировать, вложив новую идею, поменяв актеров или тематику. На ближайшее время запланировано несколько постановок. Подробнее о том, как идет работа над проектом в непростых условиях пандемии, узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир после вечернего информационного выпуска в 17:55.